нас вот это голос так. Это вот условие того, что, на квантовом языке клеветон не является духом, а это условие того, что склерон не является тазом. Вот. И ей вот, то, что я вам тут рассказывал, я сказал, что даже значит, в классическом дисплатине, если мы пытаемся эти условия нарушить в ходе эволюции кашки, мы обязательно натыкаемся на серьезную проблему. Вот в этом случае у нас возникает общая несоответствие сингулярность кривизны, а в этом случае возникает более слабая сингулярность, что все равно через нее продолжить эволюцию однозначно нельзя. Вот я так, значит, хочу сказать, что это сингулярность террасосного типа. И трудности поэтому тут возникают, они их, как говорится, выделивать можно, но абсолютно разными способами. Вот это сингулярность такого же типа, как сингулярность внутри черной дыры или космологическая сингулярность. Это действительно сингулярность, вот, через которую геодезическую продолжить нельзя, вот которые все, вот, так сказать, теоремы, скажем, типа первозных расходов относятся, и чтобы через нее как-то получать теорию, действительно нужно. Вот около такой сингулярности действительно существенные квантовые эффекты, ну тогда теряет смысл классическое пространство времени и так далее. А вот это сингулярность и другого типа. Так сказать, я бы сказал под некоторым гипнозом теорем замечательным Пенроза. Мы забыли, что вообще, говоря, существует в математической физике универсальных уравнений сингулярности более известны более давно. Но это термины универсальных уравнений обычных производств, это просто случай, когда коэффициент нашей природы обращается в ноль. Поэтому вблизи этой сингулярности никаких квантовых революционных эффектов они не существуют. То есть классическое пространство времени остается, как это самое было. Формально геодезическую продолжить можно, но мы просто не знаем, куда ее продолжить. То есть какое, так сказать, как будет геодезический выглядит за ним. И вот возникает такой сингулярность, просто указывает, что у вас сама теория, у вас не спасается, вы двигаете, случается что-то плохое. Просто вот сама наша модель, которую вы взяли, она уже сама внутренне неполна. Вот. И чтобы через такой сингулярность пройти, нужно обращаться в действительности к той микроскопической материи, из которой она возникнет. Ну, вот, так сказать, это абсолютно очень похоже на то, что вот я вам рассказывал, что, так сказать, холодная темная материя, она описывается гидродинамикой с точки зрения гравитации, она описывается пылью. Но описывается пылью только устик. А зака устиком ее, в принципе, просто описывать как односкоростную, пользоваться приближением односкоростной гидродинамики нельзя. И чтобы нам через каустику прийти, нам нужно обратиться к более микроскопическому физическому представлению о том, из каких частиц, собственно, темная, холодная темная материя устроена, и как они через каустику проходят, всем ли они проскакивают, или все-таки там взаимодействие достаточно сильно. То есть нужно обращаться к исходной микроскопической модели. Это уже относится абсолютно к этому случаю. А поскольку я, как говорится, Алёша, извините, вот это решение А, это решение какого уровня? Вот того, которое я представляю. Вот это. И вот это. Я за зачем? Ну вот, значит, короче говоря, либо 0,0, либо уравнение следа. Вот. Так вот, значит, просто вот в этом уравнении, действительно, коэффициент, если вы рассмотрите на его фоне даже в рамках этого уравнения, вы возьмете еще не какой-то одной, на нем малое звучение. Так просто, говорится, легко сообразить пыль, когда вы будете дифференцировать, у вас возникнет два штриха от нулевого приближения. Это и будет признак, как я сказал, что просто банально коэффициент при старшем производстве обращается в руку. Мы это знаем из истории специальных уравнений, что там всегда возникает особенность. То есть я еще раз повторю.
Или если у вас есть какая-то микроскопическая картина, откуда эта модель возникла, вам нужно к ней обращаться, там уже решать истинные какие-то более сложные уравнения, и потом обратно смотреть, как коэффициент А3, ты меньше тест, ты больше тест друг с другом связан. А если, так сказать, я этого не хочу делать, просто по той причине, что у меня, так сказать, есть какая-то хорошая микроскопическая модель, я как осматриваю все на чисто феноменологическом уровне. Это значит то, что мне нужно только таких моделей, которые встречаются, мне нужно просто избегать. По той причине, что я хочу, что в них я не могу никакого предсказания, я в них не могу еще за кошки, я не могу никакого предсказания, чтобы можно было бы сравнить с экспериментом и сделать. То значит следует, что даже на отключение этих условий следует избегать даже из чисто классической теории, и если вы хотите иметь предсказуемость. Теперь, значит, следующий класс условий, конечно, у нас в каком-то пределе мы должны выходить на эйнштейновскую теорию относительности, а еще лучше сказать, это бескрасие мало по сравнению с функцией света, мы, конечно, должны выходить на ньютоновскую гравитацию. Значит, условия в принципе, перехода существования ньютонцев. Значит, ну, довольно легко, так сказать, довольно естественно ожидать. Значит, я вам, действительно, напомню о структуре моих лекций. Это я говорю. Потом я вам в этом смысле рассказываю сразу итог очень большого количества работ. Вообще по этой тематике за последние 3 года в общем, несколько сотен самих статей. Вот. Но из них довольно будет мало что осталось. То у меня, так сказать, структура, я еще раз напомню, я, так сказать, доказательства не делал, я вам заставлю эту проблему и привожу вот ответ. Вот, так сказать, вот что вышло, говорит, краткий итог всей большой предложенной работы. Вот, значит, вы довольно естественно думаете, и оказывается, что действительно так, что, во-первых, для того, чтобы все ньютоновских предел, во-первых, сама, я напомню, F большое, это есть не эйнштейновская пара поправка, отличие функции малая F от R, которая есть эйнштейновской листья. Значит, сама поправка должна быть мала по сравнению с эйнштейновским листьем, ее производная по R должна быть много меньше одного, естественно, должно быть что-то такое похожее, а более, так сказать, анализ деталей показывает, что физический смысл этого условия состоит в том, что, значит, эта теория, поскольку это из модифицированной гравитации, в некотором смысле постоянная гравитация, постоянная законе Ньютона не является уже постоянной, а сама начинает зависеть от кривизны касаться. Вот, значит, F-тих, это, так сказать, поправка к эффективной ньютоновской постоянной, относительная поправка, она мала. Просто по условию того, что не рассеять, то есть приближение ньютоновской конституционной постоянной действительно является постоянной. Вот. А вот эти условия, вот, так сказать, с первого взгляда, неожиданные, но просто анализ уравнений показывает, что для того, чтобы был ньютоновский предел, еще вот нужно вот такое условие. И поскольку я вам там на одном из ключевых слайдов показывал, что в некотором приближении вот это М2-х, здесь обратный квадрат массы. Масса это скаленная частица. Значит, физический смысл этого условия, это есть WKB, что сработает WKB приближение и комптоновская длина скаленной частицы мала по сравнению с радиусом кривизны пространства. Ну вот, значит, единственное, что я, значит, все-таки, если мы хотим описывать современную темную энергию, то там все-таки на очень больших масштабах и на очень малых
нам очень мало клиентов, мы даже не хотим, чтобы не хотели там, пусть хоть несколько процентов, но все-таки отклонение от бетонских целей. Поэтому я это условие накладываю не при всех коллективах, а при коллективах существенно больше, чем современная космическая коллективна, которая стенует, то есть или стенует полностью массы, в мире полностью существенно больше, чем 10-29 граммов сантиметров. И для всех очень больших плотностей, для которых мы и из лабораторных, и из астрономических наблюдений мы, так сказать, отличаем от ньютонских теорий не видим, и самые такие большие плотности, где мы видим, это, ну, сказать, не буквально, но, так сказать, рассчитываются по моделям, это и плотность в центре ньютонных звезд, это плотность порядка 10-14 грамм на сантиметр. Вот, оказывается, эти же условия, они, так сказать, дают нам и малость отклонения от общей относительности. Вот, теперь, значит, это, значит, следующее. Теперь крыса третья. Теперь идут лабораторные тесты и тесты в Солнечной системе. Так сказать, главное, так сказать, главное, что, значит, мы в опыты по типу по проверке закона Ньютона. Ну вот сейчас дошли вот до такого очень малого расстояния 50 микрон, то есть вот силы взаимодействия между двумя телами, планы есть просто уже М1, М2, извините, на квадрат, вот до расстояния порядка 50 микрон, никаких отношений от отклонения от ньютонского закона не обнаружено. Ну а, так сказать, общий для такой теории, как, кстати, для дилатона, который возникает в теории струн, то есть поскольку это массивная скалярная частица, то отклонения, они бы имели вид дьюковской силы, которая на расстояниях существенно больше кавтонской длины, она экспоненциально падает, ну а на расстояниях меньше, там где эта самая скалярная частица безмассовая, кстати, эффект будет такой же, как был бы у дилатона, я думаю, еще потом будет вернусь, чтобы это кратко, знак, вот тот знак, кстати, обеспечивающийся именно тем условием, что скалярные частицы не есть тахион, он соответствует тому, что у вас возникает, значит, скалярная гравитация, опять-таки притягивающая, русским центром отдатрить. То есть мы в режиме, когда и скалярную частицу можно считать безмассовой, мы должны были бы ожидать увеличения эффективной гравитационной постоянной на 33%. Вот, теперь, значит, эффекты другого типа. Значит, мы не видим, глядя на посмитоновские парафии в Солнечной системе, мы, так сказать, не видим пока никаких отклонений от тех значений, которые должны следовать в конечном спектре. Значит, они конкретно вот, ну, это в действительности коэффициенты в последующем изложении метрики пространства времени за ньютонскими значениями. Вот, значит, конкретно в теории чтения вот эти коэффициенты гамма-равны единицы, значит, мы уже с точностью до 10^4, это для коэффициента бета, а для коэффициента гамма даже слегка большая точность, уже до примерно 3^10^5, мы их отклонений не видим. Значит, вот это тоже нужно и соблюсти, но я вам даже сейчас вот конкретно условия на F не буду показывать, поскольку я вам объясню потом, что эти тесты оказываются не самые критические. Хотя более критическими являются космологические тесты по возмущению. Вот теперь четвертое условие возникает в том, значит, оно, я еще раз напомню, что я вот этот самый слой F1 все теории мы в конечном счете хотим применить для описания тезисовской стадии, то есть либо для первичной темной энергии, либо для несовременной темной энергии. Вот это условия относятся, конечно, к современной темной энергии. И оно просто отражает тот экспериментальный факт, о котором я уже сказал,
Ну, а для этого нам нужно, чтобы в уравнении у нас существовало бы в будущем устойчивое или, по крайней мере, стабильное десятиверское состояние. Значит, как я вам уже раньше писал, вообще десятиверские состояния – это решения, в которых тензор Гримана, а в частности R есть константа, они являются корнями того уравнения алгебраического, которое я написал. Тут еще нужно добавить условие устойчивости. Это условие устойчивости состоит в том, что вот если R для S, который есть константа, есть корень вот того уравнения, которое я раньше писал, то из-за значения производных, первых, вторых производных, этой точки белоты, эти точки должны удовлетворять такому условию. Да, это еще не все, что я хотел вам показать, что когда вы вот как бы, так сказать, теоретическую модель начинаете говорить в действительности, нужно, как говорится, удовлетворить массе условий. И следующее. Теперь вот, если для человека этого типа, это оказывается самый критический тест. То есть, и вот я за Дэнни скажу, вот, в частности, вот мой интерес к теории информации, ну, с одной стороны, они, как я сказал, могут быть, в них, как говорится, лагражан формулируется сразу, как говорится, в четком виде, в замкнутом виде, а не, так сказать, а не только в отрежении полукола. А не первое. А второе, эта теория довольно легко, ну, довольно легко и фальсифицирует. То есть их можно, вот, в отличие от многих других, обобщений теории Эйнштейна, они настолько, как говорится, легко фальсифицируются, что их, как говорится, полное исключение или, так сказать, в случае удачи, как говорится, обнаружение можно действительно ждать только в течение ближайших и трех лет. В этом смысле, если я просто достаточно. Так вот, оказывается, значит, этот тест связанный вот, как я сказал, значит, который говорит о космологических тестах, значит, вот данные теории предсказывают, они, во-первых, предсказывают, как у вас масштабный фактор меняется, как функция отмерения. А во-вторых, второй тест, по которому можно измерить, этот тест оказывается значительно более чувствительным. Вот, как я сказал, вот на фоне, теперь на фоне вот этого фонового изотропа пространственного моделирования, мы рассматриваем эволюцию малых возмущений. Эволюцию малых возмущений в лицо скучивающейся компоненте и на относительно малых длинных волн, на относительно малых масштабах, существенно меньших с примерной хабловской длины, на которых мы вот это самое скучивание реально. Дельта-рок-ро. Что? И материи. А что именно? Говорит, скаляне возмущения, вот, пожалуйста, изучение, как говорится, вода. Эволюция скалярных возмущений на стадии для неявления физической материи. Вот. Значит, и в этом смысле наличие темной материи появляется там только в том, что вот самый А, вот это самый масштабный фактор А, это не есть 30, не 2 трети, а есть некая, как говорится, более сложная функция. А так все буквально уравнения, написанные в Ландау, то не более после, говорится, буквально, говорится, переносится. Вот. С оговоркой, значит, вот тут даже я стихотворится упростил. Значит, это было бы так вот для физической теории энергии, а специфической теории ФАТ, что вот в них возникает в том режиме, когда у вас склерон эффективно становится безмассовым, у вас как бы возникает, что эффективное гравитационное расстояние возрастает на 30% и возрастает.
Из-за этого стандарты, опять же, написано, стандарты развившиеся по разрушению Тихон-Тихоновичем, там еще там, в 1945 году. Закон Роста, директора Крова, там написан в нелитической компоненте, вместо закона Т-степень-2-3, из-за того, что, я как я сказал, эффективная инфляционная постоянная на одну треть возросла, у вас возникает вот такой бессонный нетривиальный запрос. Из-за этого у вас возникает как бы эффективная передачная функция, зависящая от К. То есть вот Т в степени 2 трети сменяется на этот закон для разных длин волн в разные моменты. Это происходит относительно недавно, скажем, для масштаба поэта богатых скоплений, это возникает всего прекрасных смещений по порядку трех, там, для галактик по патриархии самим. То есть это действительно недавний эффект, и он приводит к тому, что у вас искажается, искажает гетцеспект. И из-за этого вот основное самое теоретическое предсказание всего, относящееся к всему этому классу модели, и без, даже и не зависящее от функции, это вот только единственное условие, что у вас и возникает такой движение, что у вас спектр, так называемый спектр первичных возмущений, измеренный двумя независимыми способами по неликтовым, по флуктуациям неликтового излучения, которые в основном связаны с тем, как оно себя вело в момент рекомбинации. Достаточно давно при каждом совещании порядка 1100. Он будет отличаться от того непосредственного измеренного спектра, который вы получаете, скажем, или буквально измеряя сейчас коррекционную функцию контакта, или, оказывается, существует более чувствительный метод изменять обилие скопления контакта, как функцию отказного смещения. И вот из того факта, что мы пока вот такого, как бы, такой безразницы мы пока никакой не видим, опять-таки, в пределах ошибок наблюдений, которые вот там снова по порядка 10%, и в действительности самые сильные условия, самые сильные ограничения на теорию и возникают. И последнее, оказывается, это еще не все. Значит, оказывается, вот мы, если мы, так сказать, думаем, ну, с инфляционной модели, как вы видите, все это достаточно просто, и я скажу вполне элегантно. А вот когда мы, значит, пытаемся построить модель с инфляционной темной энергией в эфатер и гравитации, вам оказывается недостаточно только удовлетворить вот принципом внутренней согласованности теории, и недостаточно верить, что она удовлетворяет лабораторным данным в данной собственной системе, недостаточно даже вот проверить космологические тесты на нормальных красных смещениях. Оказывается еще, это действительно, это был самый последний шаг, вот когда кто-то в моей лице открыл под ее, вам потом эту штуку укажу. Моя работа с двумя авторами уже в этом году. Оказывается, вам нужно думать, что вам нужно не испортить всю причину, космологию и ради всей. Что в такой модели, которая описывает, как себя ведет Вселенная сейчас или не слишком другом прошлом, еще это нужно, чтобы все проверить, нужно, тем не менее, и принять прошлое, и проверить, что вы не испортили необходимость с вами длинной стадии, минирования материи, значит, не испортили
правильно не испортили иллюминацию, не испортили того, что три дана предшествовать стадии дальше гневные и излучения, которые должны, кажется, быть стандартной, по крайней мере, до момента Big Bang нуклеат из СССР, значит, первичного космологического нуклеосинтеза, элементов, и оказывается, значит, в конце концов, что мы и в таких теориях нам инфляция нужна, ну, это какая-то. Необходим был.
я... объясню более и детально. Она обладала то, что она называется по-английски «кайсу», она обладала гладким и выходом на последующую постинфляционную стадию, то есть в ходе распада инфляционной стадии и возникало больших неоднородностей. И существовал, значит, вполне хороший механизм трезогрева и материи, трезогрева аутбэчной материи, с инфляционной стадии и передачи энергии от этой самой скотчевой частицы, от скотчевого обычной и материи. И более того, значит, в этой истории может быть четко. Это всего в ней держится всего один параметр. Этот параметр мы определяем из объективных данных о амплитуде возмущения плотности, о измеренной амплитуде возмущения плотности. И после этого анализ полностью фиксированные, и можно рассчитывать такие наблюдательные высказания, как наклон спектра. Наклон спектра скандальных возмущений или отношение амплитуд первичных инфляционных волн к амплитуде первичных скандальных возмущений. Как и сейчас на следующем слайде, увидите вот то, что измерено, то есть пока что, но пока что это довольно важно. А ошибки вот это самое на том спектре, в точности того, как эта модель предсказывает. То есть эта модель, вот как говорится, 30 лет прошло, и на данный момент действует инфляционная модель, которая должна быть полагающей, были и фальсифицированы. Но благодаря клиентными данными эта модель пока что будет спокойно живет. Ну вот, значит, вот. Кроме того, я сказал, что она очень беспроста и элегантна. Значит, она действительно обладает инфляционной стадией, значит, и квазидесцентинской. И квазидесцентинская – это стадия, на которых аж не есть строгая константа по отрывам Хаббла, но медленно меняется. Медленно меняется по сравнению с тем, с единственной величиной, которая сама эту самую тестическую стадию и характеризует, ее говорится железа H. То есть H точкой он много меньше, чем H квадрат. Здесь условия медленного скатывания, и действительно, говорится легко, вот глядя на этот закон, TF момент конца индукционной стадии. И легко говорится видеть, что если H и много больше, то действительно эти условия выполняются. Ну вот, значит, теперь условия того, как я сказал, это следует, и если вы теперь фиксируете последний предательными данными, то есть тогда вы, как говорится, это следует я большой. Значит, в рамках, конечно, такой феноменологического деления чего величине М сказать не можем, и единственное только условие, чтобы вообще пользоваться понятиями классического пространства в Тирне, нам только единственное нужно считать, что величина должна быть много меньше фланковской массы. Вот, к счастью, это если мы хотим, так сказать, эту модель описывать действительно триангелом, инфляцию, то, к счастью, от нас наблюдательные данные и требуют, чтобы затем существенно быть меньше. Ну вот, величина n, это так называемое, это необходимое число этих самых и фолгов, он нам фолгов, это, так сказать, это расширение всей
То есть число и фунтов, как есть изменение логарифма масштабного фактора. Ну вот, так вот, значит, это число, оно немножко зависит от деталей, на какие конкретно частицы рождаются. При распаде. Вот это скандальные частицы, которые происходят в режиме, который на обратном режиме, когда кризис становится многомещением. И параллельное происхождение, откуда вообще это выглядит, представление, откуда вообще берутся числа, порядка 50. Ну вот если они перетрутся, из отношения, есть величина, но, так сказать, в первом приближении это просто есть логарифм современной хаббловской длины, которая есть скорость света, это определенный непостоянный хаббл, на тепловую длину потока триптора. И излучение соответствующее максимуму в спектре для фотонов с температурой 2,7 градуса Кельвина, которое, как следует, так сказать, из исключения Планка, есть примерно 1 миллиметр. Ну вот, это было бы по порядка 70, но этого, как говорится, этого число было вызвано бы, если бы инфляция происходила и на Планковской кривизне. А за счет того, что инфляция происходит, вот, при масштабе на, как вы видите, по энергии на 6,5 меньше, то есть у вас, так сказать, вы должны там от этой отсилились, так сказать, и здесь некоторые программы отнять, и вот эти самые вот такие числа и возникают. Ну вот, теперь, значит, как я сказал, уже после того, как вы зацепили М, у вас уже данные теории больше свободы по тренингу нет. И можно делать однозначные предсказания. Вот самое важное предсказание, это вот, значит, НС, это наклон спектра. То есть, если вы имеете мощность ПФК для амплитуды скалярных возмущений, значит, мощность фольга процессу, то ее логарифмическое изводное D от логарифма P по D от логарифма K, ее логарифмическое изводное по масштабу, это и есть индекс спектра. Индекс спектра, то есть он K в близ K на степени N, S. Ну, по историческим причинам его пишут не K в степени NS, а K в степени NS плюс 1. Ну, это просто чисто такое историческое обозначение. То есть вот в случае NS равняется A1, он бы соответствовал в точности масштабно инвариантному спектру. То есть такой ситуации, когда каждый инвариантический интервал длинном эти самые К, обратных длинном дает одинаковый вклад в полную мощность спектра. Вот и вот основное предсказание у всех моделей, что у вас NS и не есть в точности 1, а есть малая добавка, которая есть подрядка n в минус первой степени, где вот это же, а вот этот уже говорится коэффициент, который стоит тут, он для разных моделей граждан. Вот представление конкретно этой модели вот такое. И вот специфика того, что все-таки не эйнштейнской модели, это вот эта самая величина R. R это, ну там сочность до некоторого опять-таки условно некого. Коэффициенты есть отношение амплитуд гальционных волн, и на инфляцию у вас генерируются не только, у вас генерируются все степени свободы, флуктуации всех степеней свободы данной теории. Флуктуации скалярные, которые возникают из исходных происхождений вот этих флуктуаций.
флуктуации склерона во время инфекции. А вот это, а кроме того, если у вас еще есть бетоны, у вас еще есть бетоны, они дают квантовые флуктуации бетонов, то есть рождаются на космическом языке рождаются инфекционные бомбы. Так вот, значит, отношение к инфекционным бомбам, отношение к плиту скалярных возмущений, в отличие от теории, где инфлатоном является скалярный поле, там эффект порядка N-мин и в минус первой степени. А здесь скалярная вот, специфика этой самой, не инфекционная специфика, что в том числе эффект порядка N и в минус второй степени. Из-за этого эра оказывается достаточно много. Ну вот, так вот, говорится, пока что мы имеем вот такое, говорится, предсказание на уровне 1 сигма. Ну, как видите, пока согласились. А на R мы, потом мы пока не в первой объекте операционных бомб открыть не смогли, у нас вот есть ограничение сигма. Так вот, значит, сейчас уже есть, уже работает космический эксперимент Планк, и он, так сказать, в течение ближайших 2-3 лет сможет тут ошибку уменьшить самый простейший вариант, вот я вам напомню, инфляции, который управляет скалярной полем, самый такой простейший, вот, который, так сказать, мы по всей действительности рассматривали, я его рассматривал, и Линдер его рассматривал, в частности, и Сатмар Пичева рассматривал тоже. Это самое простое, что может быть, самая простая модель скалярного поля, это просто массивное свободное скалярное поле. С потенциалом m в квадрате фи и в квадрате. Да, я говорю, что вот интересно оказывается, что такая модель предсказывает такую же форму дает для NS, но она дает существенно больше значения R, где уже будет не единственная квадрата, а там некая константа. Трезвенный найм, а чисто на, скажем, для 0,14, что уже в действительности более менее на и кралюса, и тременных наблюдательных данных находится. Так вот, в некотором случае, вот в таком, говорится, значит, вопросе инфляции, главная интрига, вот, которая действительно мы ждем от экспериментов, значит, вот если он говорит, подтвердит вот эту самую цифру 0,96 и ее, так сказать, существует, он считает чинит, то откроет ли он революционные волны или не откроет. Значит, если он откроет, то значит мы скажем, что, так сказать, это была инфляция на скалярном поле из потенциала фи в квадрате. А вот если не откроет, и, скажем, примерно до 1% дойдет, то, как говорится, самое простое, а дырки, которые будут предсказывать вот такой, напомню, уже скалярный аспект, вот он будет вот это самый простейший случай f от f. Вот. Дальше, и следующее, и вот, как говорится, на этом я, как говорится, вот, как говорится, закончу, оказывается, ссылается, что вот это самая R-квадрат модель, она в некотором смысле не только самая простейшая модель инфляции, она в некотором смысле и характерная для всех остальных возможных моделей, возможных инфляционных моделей, которые уже сначала давали слегка другое значение для NS. А именно, и в каком смысле? Мы, кажется, знаем, что в теории скалярного поля два типичных класса, так сказать, модели хаотической инфляции, в которых в ходе инфляции
реакции проходит целый интервал. Медленно проходит целый интервал. И значение скатенного поля, и значение кривизны. А второй случай, это, так сказать, новая инфляция, это которая инфляция происходит при одном фиксе. И значение кривизны. Так вот, аналогом КБСХ, статистика инфляции, это у вас оказывается в этой теории гравитации является тот случай, оказывается, что это происходит тогда, когда f от r имеет вот такой вид. F квадрат угрожен на медленно меняющуюся высоту r. При больших r. Медленно меняющуюся, это значит, что в принципе первая производная мала по сравнению с самой функцией дельта r, и вторая производная мала по сравнению с самой функцией дельта r квадрат. Ну, это типичный пример, то функция реальности, скажем, логарифма. И вообще по произвольной, это не слишком быстро растущая функция от логарифма. Ну, то есть, опять-таки, и главным тут как бы является R-квадрат. Вот. А аналогом быть новой и инфляции. Вам для этого вот вам необходимо, чтобы выполнять эти два условия. То есть первое есть просто вот то самое уравнение, алгебраическое уравнение для определения кармии, что расслабляет такой десятинский режим существует, а это условие того, что он как раз находится на границе области стабильности. И из этих уравнений явно видно, что и в этом случае f от r близко к r квадрат при r близко к r. То есть вот окончательно мое изобретение было инфляционных моделей, что все, так сказать, все возможные инфляционные модели, они говорят, близки к модели r квадрат в некотором интервале и значения. Ну вот, значит, вот на этом, кажется, вот окончательно, вот я скажу на этом инфляционном модели. Это казалось существенно сложнее, именно как я сказал, вам нужно такая форма.
бесконечный, то есть он, конечно, как сам говорит, есть открытое, есть компактное, но открытое, около множества у всех возможных функций. Но оказалось, что, так сказать, тем, вот этот вид этой дамповки, он очень сильно ограничен наблюдательным этапом. Значит, и для этого, так сказать, что здесь важно. Очень много сил было потрачено на гипотезу, где действительности ниоткуда не следующей, ни с какой микрофизики, что у вас эпатер и расходится в нуле. Значит, за тренинг, скажем, значит, это оказалось полностью тот пековый путь, что потом. При такой попытке вы либо не можете удовлетворить тем условиям устойчивости, которые я написал с самого начала, или у вас не подключается, или вы не можете удовлетворить четвертым условием устойчивости, а именно условием существования устойчивости десятилетия. Поэтому успех, вот, так сказать, Теории у вас действительно, при больших техниках, у вас возникает
возникает индуцированное, космологическое постоянное, индуцированное кривизной пространственной области. И третье, вот что важно, и вот в эти детали, эти телеметрии слегка отличаются, что вы эти константы должны стремиться достаточно быстро. Как, либо как некая достаточно большая степень, а или экспоненциально. Вот сейчас если вот и помимо теоретики действительности, вот в этой тоже у вас стремление f от r, при больших r, f плюс r, плюс константа, плюс r падающий, как в некоторой степени, это важно задать экспоненциально. Ну вот. А сам этот конкретный вид, ну вам все нужно интерпай какой-то произвести, интерпай, ну и действительно вопрос еще по этому, что у вас, как я сказал, не первая, не вторая производная от этой функции не обращались тут и внутрь. То есть, конечно, тут некий функциональный произвол прицелись, но это можно рассматривать как вот некую аксиомацию, ну, так сказать, аналог некий экспонент аксиомации. Вот, значит, вот, оказывается, вот, значит, теперь следующее утверждение относительно всех этих трех моделей 2007 года, значит, они удовлетворяют первым пяти условиям из тех шести условий, которые сформулировал Вицерач. Значит, что мы и все люди не сделали тогда, не было бы проблемы, что они не испортят свои границы. Ну вот, у них интересное свойство, вот сейчас есть свойство, относящееся ко всем этим моделям, у нас, так сказать, более детально, в частности, вот, оно было сделано в этой недавней работе, они все обладают так называемым фантомным попадением. Да? Значит, для величина W это отношение давления, эффективного давления и темной энергии к эффективной плотности. Энергии. Значит, для космологической постоянной это в точности есть. Вот для любой модели, если возьмете любой скалярный полюс с любым потенциалом, то легко видно, что для него тубль всегда больше, чем минус 1. Поэтому такой режим, когда тубль больше минус 1 называется нормальным. А в данной теории, оказывается, может возникать ситуация, что когда соотношение давления в плотности энергии определенного, так как я вот вам показывал на одном из моих следующих слайдов, может быть меньше, чем минус один. Это называется фантом. Фантом. Значит, его ни в какой теории где вы современной темной энергии моделируете минимально связанным скалярным полем с произвольным потенциалом. И такого эффекта и достичь никогда нельзя. Он именно эффект неспецифический для такой не-эйнштейновской теории. Ну вот, скажите, довольно неожиданно оказалось то, что в некоторых предшествующих моделях мы думали, что фантомное поведение должно достигаться при малых красных смещениях. Это оказывается вот в этом теории смета. То есть в этом теории обратно происходит, что при малых красных смещениях у вас поведение темной энергии нормально, а вот это самое фантомное возникает при больших красных смещениях на стадии 3, на стадии 2. И не внимательно. Вот теперь следующий слайд, это самое аномального
первичной компоненте, это было возмущение, возмущение полностью при первичной компоненте, а его отличие от этого в случае здесь 500 полностью стоит константа, когда обратовывает значение постоянной тяготели мечты. А вот здесь, когда вы двигаетесь, стоит вот более хитрая функция, зависящая от К, от масштаба. И вот она обладает тем свойством, которое я сказал. Нужно в ньютоновском движении, как я вам объяснял, F' это приблизительно один, так же есть главный эффект, он был из-за этого самого учителя. И как вы видите, если K достаточно мало, это есть режим, в котором скалярная частица является достаточно массивным, то у вас тут стоит один. А вот в режиме обратном, то есть когда скалярон эффективно становится безмассовым, и возникает вот тот эффект, который я вам рассказывал, то есть эффективная операционная постоянно подрастает на одну. Вот из-за этого, в частности, сделает, что этот эффект он относительно и большой. И главным образом вот этот самый лица красный прибавляет лица максимум того, что можно было иметь при тех параметрах, при которых выполняется четвертое из условий, которые я вам рассказывал раньше, условия того, что у вас существует в будущем устойчивое действительное состояние. То есть вот и любого из сумки этот небольшой, но оказывается, что уже точность, а то сейчас как раз примерно на уровне 10%, на уровне 11%, или 20%, если из запаса. Она как раз называется уровень. Вот отсюда возникает условие, которое было показано на вот что по его таком функциональном сдвиге вам должно разобрать N, по крайней мере, цена 2. Это если вы хотите иметь хотя бы эффект порядка там, 1% для изменения фоновой величины, и по этому хотите и понимаете в противоречии в данные по предыдущему возмущению потому что это скопление, оказывается, что нужно брать функцию, которая достаточно быстро стремится к константе, при много больших n. Вот общий. Да, и вот, кстати, уже оказывается, что вот это n, при таком n, вот это поправка к r плюс константа. Вот. Это поправка, при тех значениях R, которые соответствуют тем плотностям материи, которые есть в Солнечной системе, и уж тем более тем, которые есть в наших и в лабораторных экспериментах, эта поправка настолько мала, оказывается, что уже все, она не будет давать ничего для лабораторных тестов и для тестов в Солнечной системе. Чему я еще раз хочу подчеркнуть для теории такого типа, самыми критическими являются вот эти тесты по аномальному тросту и возмущению в гравитационно скучной компоненте. Ну вот, значит, вот тут сказано, это не сказать из слуги, что мы пока что совсем не волновались. Эта модель, вот, действительно, она
очень хорошо, а теперь все на благоволедаемость свойства и выметит. А вот не будет ли она всех достижений космологии? Она скрыт такой, что да. И это следует, вот теперь давайте посмотрим структуру поправку по общей теории относительности. Вот у вас структура такая. Вот если вы знаете, это есть эйнштейновское значение, которое действительно вот как в эйнштейновской теории, оно определяется просто следом центра энергии материи, и который, поскольку я сказал, это пыль, вот это самое, я в человеку не себя не делаю так, а и минус 3 истинно. Вот. Теперь второй член, который я называю индуцированным, он, так сказать, не осцилирующего он, так сказать, возникает, что он, когда мы пришли к уравнению света, он вытекает, он так сказать, это как бы не однородное решение, не однородное с точки зрения теории. Дифференциальное уравнение. То есть то, которое возникает, когда вы эйнштейновское решение поставите в те дополнительные члены, которые возникают в F(r)-гравитации. Ну, вот, оно имеет вот такой вид, где R, в точности, как я сказал, где в качестве R мы подставляем эйнштейновское и решение. Но говорится, кроме этого, поскольку это как раз отражает тот факт, что наши F(r) гравитация обладает тысячами скоростей и степенью скорости. У вас еще возникает один член, осцилирующий член, который попросту представляет собой вот эти самые, которые, значит, с квантами на квантовом физике, он просто описывает и свободные скалероны. И вот как он себя, говорится, ведет на стадии материи. И вот он, как себя, он ведет на стадии динамической. Значит, первое, что плохо, то вот мы тестируемся и к нулю, то есть и в прошлом, да, и над нами все длины, эта штука очень быстро перешутится. А эта штука есть, так сказать, теоретическая, не она, а ее дифференциал ВАТа, есть эффективный мысль. Вот в частности, довольно быстро, для тех, которые я переписал, довольно быстро, и один мне в какой-нибудь там классовском режиме, а вообще для некоторых моделей это еще даже на стадии и изменения и материи, или там на стадии излучения, вот это самое производимость, эффективная частота осцилляции вполне может превысить фаланговскую массу. Это плохо. Ну, так сказать, почему плохо? Значит, ну, такое напомнение, и, ну, так сказать, я бы сказал, по качествам языке, если мы верили какую-то плотную частицу, которая масса привезла вот эту плавовскую массу, но если присмотреться, эта частица у нее, поскольку ее кантонский радиус окажется меньше ее присутного градуса, она должна сколлапсировать и превратиться и в черную дыру, которая затем, там, скорее всего, будет там
может быть формальное клиентическое за импечание, которое я действительно дыхал по теории. С территорией, что когда, так сказать, масса осцилляет, то есть когда частота осцилляции, так сказать, масса квазичастицы приближается к плоскости массе, у вас просто питьевые квантовые триады из питьевых гравитационных поправок начинают делиться. Это значит, что мы больше и не можем эти процессы внутренне рассматривать как классическое. Ну вот, значит, поэтому, опять-таки, если мы хотим все-таки иметь возможность, что с тобой, как говорится, классической, или хотя бы квазипрофессической патриоритации, делать какие-то количественно-трудные высказания, мы такого режима должны измениться. Второе, что в этом плохо, что расходится, к сожалению, не только частота, а еще расходится амплитуда. Она у вас, как я сказал, достаточно быстро должна стремиться
равно R равно бесконечности. Я вам прежде сказал, что, как говорится, плохо бывает, если эта штука обращается в ноль при единичном значении R. Но оказывается, что то же самое по прежнему плохо, если эта штука обращается в ноль и по бесконечности. А именно у вас до, еще, так сказать, до, если идти от нас, или, так сказать, или, так сказать, после, если идти от большого, и высыпал, у вас, так сказать, и на полпути от истинной космологической симуляции, потому что объекта у вас возможно, что тварь сникнет такая нежелательная слабая симулярность, которая абсолютно точно так же, как я вам рассказал в предыдущем институте, она вам вы теряете предсказуемость. Ну вот, значит, рецепт, как оказался с этими всеми тремя кажется, проблемами справиться. Это можно. Но вам оказывается нужно, что вы хотя исходно изменяли эйнштейновское действие, вы изменяли его в области малых и кризис. Вам его теперь нужно изменить и в области и больших и кризисов принципов. И оказывается, что фактически есть единственный способ, чтобы не возникло каких-то других сложностей. Вам нужно изменить поведение функции f от c уже при больших значениях r, а именно, именно добавить такой же член, какой мы ввели, когда рассматривали интенсивный полный критерий. То есть мало того, что нужно добавить вот тут. Стадии этих загрева материи в ходе перехода с
комиссии в область отрицательной из-за химии. Поэтому, и хотя бы в начале для нужд описали современной темной энергии, мы вводили функцию рефрактора только на и на полуплоскости, R больше, R больше, R больше для того, чтобы в такой модели была, можно было описывать инфляцию и всю после инфляционную революцию для середины. А как ссылаете, что ваша функция, вам нужно определить вашу функцию эпотерки для отрицательных. И зачем не тоже, причем так, чтобы она опять-таки не нарушала первых условия устойчивости. А хочу, кстати, интересное вещество, что просто из того факта, что у вас М2 штриха должно быть при всех значениях R, как положить жизнь, так и отрицательно, оно не должно обращаться в нуль, не должно быть была жизнь. Соответственно, что все человеки такого типа, у них должны иметь не... У них возникает и не нулевой, и эшафат. А именно отношение эффективное, как есть отношение обратно эффективной распространенной гравитации при положительных значениях R, просто значение обратно гравитации при отрицательных значениях R. То есть в таком квазиньютонском не изюме оказывается, что у вас постоянная гравитация при положительных значениях R должна быть слегка и меньше, чем постоянная гравитация при отрицательных значениях R. Вот. Ну и вот и итог. Вот вам говорится пример. Это не единственное важное. Для того, чтобы уже построить вот, модель современной темной энергии, которая уже куда позволяет всем шести условиям, вам ее нужно сделать, вот это записано, ее нужно исправить при больших значениях R, отсюда слова R квадрат. Конжектор, вот, чтобы добавить этот человек, а потом еще ее расширить, сделать какое-нибудь регулярное расширение на область отрицательных значений R, вот, а отсюда слова же экстерн. И вот только после этих двух дополнительных операции можно сказать, что построена хотя бы одна модель современной темной энергии в R-фактор гравитации, которая удовлетворяет всем шести условиям. То есть итог, после будет очень больших дела, поэтому Попова действительно показывает, что действительно в некотором смысле доказаны теоремы и существования, что можно R-фактор теории построить модель, описывающуюся в военной темной энергии, но при этом вот функция R-фактор должна быть очень сильной. То есть узкий глаз есть такой. Узкий глаз, как говорится, возможно подведение вот этой самой функции. Вот, так сказать, последнее, что я хотел сказать. А вот теперь, хотя это не есть обязательно, но это есть важно. Это возможно. Раз уж оказалось, что даже если мы хотим описывать только современную темную энергию, мы должны FAT приписать при больших креативизмах такое же качественное, как и то, которое мы вводим для инфраструктурных моделей. То есть синтез возникает естественный вопрос, а позже тогда и добьется сразу
сердиться можно, а писать в Ватикан ФАТР с помощью одной функции. ФАТР сразу и начальным информационным стадиям, и с современным энергией. А ответ такой, что да, это можно, и очень просто. Для этого нам, как я сказал, для того, как я вам что сказал, что мы должны добавить, для того, чтобы построить модель современной темной энергии, не, которая не портит космологии вами Вселенной. Вам нужно FAT добавить вот такое слагательное, где M, где в длительности M должно быть больше, чем крепостная в конце инфляции. Так вот теперь мы если мы в качестве M возьмем вот конкретно данные число, то действительно тогда скользил по цикатевой инфлатона и видны вот эти же самые формы, и видны эти же самые предсказания. Предсказания, которые в такой бицикомбинированной модели инфляции и современной темной энергии FATR гравитации, формальные инфляционные предсказания остаются такими, как они были бы и в чисто инфляционный эмпульс R-квадрат и модели. Однако, опять-таки, история более внимательно для рассмотрения пока сумеется. Хотя формально эта формула бицеберна, как аналитическая формула, в качестве конкретно, в качестве числа n, мы должны эту формулу подставлять не 50 или 55, как я вам рассказывал раньше, а уже число будет число по тетке 70. И это происходит, потому что в такой модели, вот если модель инфляционная, но мы в этой же модели еще изменили поведение фактор при малых значениях, то в ней оказывается совсем из другого идет стадия после. Инфляционная стадия распада нейтронов и генерации обычной материи. Если в исходной R-квадрат на T сразу после конца инфляции идет вот такая стадия, в которой есть только вот что для этих малых осцилляции у вас есть просто запад решения C-75, очень высокое физическое число, это у вас после инфляции остаются вот эти самые массивные частицы, массивные скалетроны, и до тех пор, пока они не оказываются частицы, они себя с точки зрения гравитации введут как пыль, и вот поэтому у вас есть вот нормальный закон отрешения на стадии D и генерирования материи. А вот здесь все оказывается существенно говорится, сложнее. И за счет того, вот за счет вот этого самого фактора, за счет того, что у вас при всех количествах меньше m, у вас имеется как бы эйнштейнские теории, но с разными значениями эффективной инфляционной постоянной при положительных и при отрицательных и значениях R. И вот за счет того, что у вас происходит вот такой скачок эффективной инфляционной постоянной при переходе через точку R равняется 0, то у вас эволюция появляется абсолютно эволюция важного фактора после концентрационной стадии в такой дискомбинированной модели приобретает совсем очень, так сказать, защитительный
качественно ли идет процесс одна вторая, и в теме пилотаризма Т длина того периода вдвое позже, и до этого в среднем, усредненная по этим осцилляциям, у вас закон стрельщения усредненный, это не Т в секрете. И любит эти Т в секрете. Вот, так сказать, это можно, это все просчитывается аналитически, но вот я вам здесь покажу как-то за картинку, что вот вам, вот у вас говорит, так вот, вот эти самые куски, значит, это Т в секрете 1 вторая, это самый пожарный фактор. Т в секрете 1 вторая, константа, Т в секрете 1 вторая, это себя, как себя ведет, как себя ведет этот самый по тренду Хаббла, и это вот такое придет R-квадрат. То есть, да, это вас два вообще такие принципы гармонии. Так это действительно очень интересно, это действительно очень самое красивое из практически точки зрения, без результата, вот действительно такие очень сильные не единичные осцилляции. Ну вот, значит, как и в чистой индукционной модели, и здесь процесс тротопера распада инфлатона и тротопера бензоматерии, вот это есть просто то, что мы называем гравитационное рождение пар частиц, это просто аналогичное рождение, так сказать, электронов. Позитронных пар по усиленному внешнему электрическому полю. Вот. Но за счет того, что вот здесь осцилляции не гармонические, а сильно ангармонические, то эффект не такой сильный, но и достаточно. Ну вот, вот это я так скажу. Как-то на этом. И, конечно, вот, так сказать, вот давайте я вам, значит, вот два последних слайда, значит, итог, что мы узнали вот в результате из исследования всех ФАТР Смолинских и Мадрид. Значит, как я сказал, что действительно нет проблем, то есть ФАТР Тихоне легко описывает инфляционные модели, самая, говорит, все простая, то есть как подраз, уложить дает и жизнеспособную госплагинскому стетельку, который, так же, как я уже вам сказал, со вторической точки зрения, это плагинцы первое полностью просчитанное и полностью просчитанное инфекционное модель. Вот ее, кажется, критический. Для нее критический тест, это вот самое действительности плоска, как сказал, он принял отрицательный будущий результат эксперимента план, что он не сможется. И с его чувствительностью он и не должен быть. И в такой модели найти первичный гравитационный блок. Вот. Значит, значительно сложнее, и как сложнее, как говорится, и после смарт-политической точки зрения, так и сложнее с точки зрения обоснования. Построить модели с изменённой темной энергией. Значит, поскольку довольно приходит, он довольно такой, и очень естественно, первый вынос я приходил по этой самой добавку. Но, однако, это можно. Опять же, это все-таки. Это можно, что хотя и что существует, хотя и достаточно узкий класс модели, в которых можно построить модель с современной темной энергией, удовлетворяющей всем существующим
психологическим, физическим данным, данным тестом гравитации в Солнце, в системе, и этого, и добра того эксперимента. Вот. Но чтобы этого достичь, оказалось, что нужно все предшествующие материи, их нужно дополнить, изменить, добавить насчет память вот такую асимптотику при больших значениях R, и, так сказать, и расширить их на область отрицательных значений R, уже, в принципе, требуя метод выполнения вот этих устойчивости, не только при всех положительных, но и при отрицательных значениях. Вот. Так что вот можно пойти дальше, похоже, так сказать, унифицировать, так сказать, и в рамках одной модели, в рамках теории гравитации, а описать и первичную гравитацию, и цитосикрицию, любыми терминалами, первичную темную энергию и современную темную энергию. И для этого вот долгая константу, вот по газу, ее вот можно конкретно взять данные к 3-6 от планковской массы. И значит, наиболее интересное отличительное свойство вот такой бескомпетентной материи, а чисто индукционной, как бы то, что она имеет совсем лицо другую стадию после индукционной стадию лицо перехода от инфляции к стадии доминирования ультрарелятивистских частиц. Ну а значит, я подчеркиваю, что все это говорится теоретически, это, так сказать, это все главным образом либо условия будут иметь теоретической и математической и согласованности, или условия того, что мне помним уже тянет и известный смак. Но и главным, конечно, главным способом проверки всего этого класса модели останется, конечно, экспериментальной, как я вам объяснился, из них самым быть критическим, вот этот самый эксперимент, вот этот самый аномальный рост возмущения плотности в не теоретической компоненте, а теле, которая происходит на небольших простых измещениях. Дала там другой спектр, другие значения космологического параметра, но удовлетворила вот
слегка больше, чем та сигма 8, которую мы рассчитываем, исходя из данных по сигме. То есть я тут нам говорил, тут сомнение там и свернули нам не важны совсем. То есть для того, чтобы объяснить, значит, ту амплитуду потенциала, которую мы знаем из сигмы, Эмби, она, конечно, пересчитана на сигма 8, да, идет так, из средства и полицелок, и 8 и 10. Так он, значит, стал эпитетическое представление, такой теорий, что для всех моделей сигма 8 измеренная. Если сейчас есть память, должна быть и слегка больше. А в каком-то смысле, да, то дальше, до данных уже из того факта мы знаем, что сигма 8 не может быть уже, я бы сказал, больше, чем 0,9-0,10. То есть вот это самое единственное существующее уже не сигма 8, это уже из этого и значит, как я показывал на и график, что возможные отклонения масштабного фактора от стандартной модели, они порядка нескольких процентов. Поэтому это точность, для которой их сверхновых этих вариантов. То есть нельзя. Что изменяется, ведь быстрее всего, это что? Это значение сигнации. И это действительно вот, но это происходит на всех порталах, то есть одновременно меняется и значение в наклонности. Значит, да, а да, это такое, что это значение в наклонном спектре. Изменить можно. А как все понятно, я сказал, что это отклонение для однородных тестов, для тестов измеряющих однородные, все возможные отклонения лицеидичные, они на полутрудный порядок и не более нескольких процентов. И это, кстати, следует из условий вообще без ссылки на какие-то экспериментальные данные, это, оказывается, возникает только из условия того, что мы имели в будущем устойчивую или хотя бы метастабильную